В этом году детская музыкальная школа благодаря региональному проекту «Культурная среда» приобрела 24 новых инструмента. Среди обновок – концертный рояль, маримба, 4 фортепиано и 3 скрипки. Полностью укомплектован духовой оркестр. Добавились флейты, саксофоны, кларнеты и туба. Большинство инструментов от таких известных производителей, как Петров, Бахштейн, Ямаха и Баффет. Педагоги уверены, что новые инструменты будут способствовать повышению уровня исполнения, развитию творческих способностей учащихся и их блистательным победам в конкурсах, а также поступлению воспитанников в узкопрофильные вузы. Как зазвучат новые инструменты в руках юных музыкантов, смогут услышать все желающие. Концерт в честь 35-летия музыкальной школы 14 ноября будут транслировать онлайн. Посмотреть его можно будет на страницах учреждения в соцсетях. Начало в 10 часов.